Гарада. Ты уже сказала. Молодец. Мы вот в этом месте, я не могу его произнести. Пить будешь? Нет. А вот что здесь? О, это что такое? Это гата. А, мы это вот эта сладость, да? Гата. Пастила. Чурчхела. Угу. Сухофрукты. Ериказы. А что внутри? Хорис и хорис и попок. Орех и хорис. Хорис это сахаром делают. Угу. Вкусно, значит, да? Васюдю, попробуй. Очень вкусно. Спасибо. Спасибо, попробуй. Не-не-не, я потом спущусь, потом попробую. Я уже не давал. Люди, мне плохо, она меня снимает. Ты мне не сделала контент. Не получилось. Не получилось. В машине говорит, я в твою сторону не буду поворачиваться. Ей плохо было, укачала. Я говорю, поворачивайся и сделай мне контент. Все будут долго смеяться над этим. Ребята, здесь нужно закинуть камешек вот в эти луночки. Если камешек останется, ну, прежде нужно загадать желание. Если он там останется, значит, желание исполнится. Какая она огромная. Да. Бычий глаз. Бычий? 15. Муколки, ваш глаз буду есть. Вот, видишь? Здравствуйте всем. Барывдзес. Мы приехали в Гарни, в храм Гарни. Билет сюда стоит 750 драм. Нет, 750 он стоит для граждан Армении. Для туристов он стоит 1500 драм. Старый джервеш? Да. Правильно я сказала? Да. Посмотрите на это. И на эту идиллию, как он строит своих барышень. Ой, ну хватит зудеть, на, хватит зудеть. Ты посмотри, как ругает, глянь. Ты почему? Ты чё вообще ругаешься? И эти две клуши приплыли, соседки. Собак. Ну, мне вот это мне нравится уже. Это на мужика похож, нет? Глянь на него. Знаешь, прилизанные скорее волосы. Скорее всего, это она, которая его отчет. А, может быть. Это бабка. Да, да. Это ее, по мне, это точно это бабка. Это ее сынок, смотри, волосы прилизанные, такой нарцисс. Вырос. Да, у тех нет, это реально мужик. Да. А эти тёлочки его бегают вокруг. Угу. Мамке прислуживают. Здравствуйте. Здравствуйте. Старинная. А у вас можно петь? Я, как, что, Нектар ко мне пристала? Спой, говорит, а мы тебя снимем.
Слушайте, по-моему, здесь хлеб пекут, потому что отсюда тепло идет. А, судя по всему, да. Я не ошиблась. А если можно, попросим, чтобы нам показали. Да. Я петь не буду. Нет, я петь не хочу. Слушай, я сейчас уставшая. Куда мне петь? Работу в Армении, говорит, тебе нашла. Вообще армянские вот такие. В них и лаваш, в них и шашлык на этих баране, ага. Вообще в основном. И знаешь, есть вот что внизу вот плов. Тандыр, да, называется? Тандыр называется, но бывает устроено так, что внизу у них в медных мисках плов стоит. Да. И сверху вот они мясо. Вешают баранье мясо. Да, да, баранье. Да. Чтобы сок стекал. Да, очень, очень вкусно да. Было получено. Ла-ла-ла, ла-ла-ли-ла-ла. О, мельница водяная. Район называется Дервеш. На самом деле на армянском, на чисто армянском должно быть джервейч, что в переводе означает ссора. Бейч – это ссора, а получается ссора из-за воды. Вот в этой местности на самом деле очень много воды и типа очень там мало воды и типа ссоры из-за воды. И вот пошло вот так вот джервейч получилось джервейш. Район так назвали и с этого уже объект. Курджин? Да, это лаваши. Вот это вот лаваш. А внутри мясо. А вас как зовут? Меня Гриша зовут. Гриша. А Гриша, ребята, из Тбилиси. Поэтому вот, вот своих нашли. Да. Очень приятно. Мне очень приятно. Меня дали. Мне только что сказали, в честь вас назван танец народный, да? Народный танец. А как? Он как раз так и называется. Серьезно? Где это в переводе танец? Мне очень приятно познакомиться с вами. Вами тоже очень приятно. Пожалуйста. Пожалуйста. Звезда национального фольклора. Вот видите, с какими людьми мы здесь повстречались. Желаю вам всех благ. Вам тоже очень мы приятно. Уходим Захотите, уже. Самое главное – здоровье. И вам. Взаимно, взаимно. Благодарю за общение. Счастливо. Дай Бог, будете когда-нибудь обязательно. Приедете обратно в Батуми. За нас, нас пять человек. 5 штук азиатских хачапури. Обязательно. У вас обязательно. Там, на Мурвокзале очень вкусно готовят. Уже нету. Уже нету? Нет. На Мурвокзале нет. Есть напротив, в доме чая бывший. Дельфинариум хотя бы оставили? Остался. Пионерский парк. Остался. Там красиво очень стало. Да. Я лет 30 там не помню. Ну сейчас там очень много строек. Решили с малышом перед сном прогуляться. Так, знаете, что я вам скажу? Я уже ориентируюсь в центре. В следующий раз, когда приеду, точно не потеряюсь нигде. Если честно, домой абсолютно не хочется. Время пролетело, как одно мгновение. Сегодня я посвятила день самой себе. Я очень устала за эти дни, и мне нужно было сегодня восстановиться. Поэтому я сегодня полдня спала, восстанавливалась.
Потом мы с малышом погуляли. Когда вернулись, я обратно уснула, проснулась и решила, что нам нужно поужинать. Да? А что это на тебе? Где ты это нашел? Садись кушать. Давай. Малыш слюнявчики будет есть. Видите, какая у меня красота. Я заказала себе том-ям, клаб-сэндвич. Здесь принесли что-то, я так чему не поняла. Ну ладно. И фрукты. Далее сходила в ванную комнату. И что у нас происходит? Кто-то украл со стола сэндвич. Кто украл со стола сэндвич? Я тебя спрашиваю. Барывдес, мои хорошие. Ой, ребятушки. Сегодня с малышом спали как убитые. А, ты здесь вот в зеркале. Комочек лежит этот черненький. Папа уже верещит, кричит, едет домой. Я говорю, не приеду. Все. Я остаюсь жить в Ереване. Все, до свидания. Собор Григорьеву Саворича, святого Григорьеву Саворича. Прощаемся с Ереваном. Сейчас сидим в гостинице, забираю вещи. И на такси еду в аэропорт. Нектар, огромное тебе спасибо, что была рядом, что столько всего показала. Тебе спасибо, что тебе ты приехала. Мы, город, да, мы с тобой ненадолго прощаемся, на неделю. И потом, да, и увидимся в Батуми. Да. Витенька, ты готов? Готов к полету? Мы сейчас тут как с этими сумками будем переться. Малышу купила вот эту переноску. Ну там поместится полежать. Нам главное долететь. 40 минут полета, ничего страшного. Жалко, что, конечно, нет на Батуми прямых рейсов. Так бы мы сразу на Батуми полетели. Давай, пока, все, Нектар, малыш. Спасибо. Давай, большое. Давай, счастливо. Счастливо. Может, мне в аэропорт поедем? Да, ну ладно. Что ты сейчас выдумываешь? Увидимся. Пока. Давай, пока-пока. Мы прошли с малышом регистрацию, зашли в кафешку, сидим, походили по Duty Free, кое-что купили домой в подарок. Вот. Сейчас закажем что-нибудь перекусить и через час у нас вылет. Здесь у нас коньяк, здесь сладости, так что кое-кто получит подарки. Путешественник мой. Чмитенька, мой золотой, ты спать лег. Ты спишь? Весь аэропорт его погладил. Все девочки к нему подходят, гладят его. В Duty Free. Все-все-все, да? Мой золотой. Ты прям звезда в Ереване у нас. Засыпай. Поспи чуть-чуть. Малыш уснул. Ужин. Кто-то вчера воровал, сегодня сидит в корзине. Не получается украсть ничего. Отправляемся в Тбилиси. Расцветай под солнцем, друзья меня. Ку-ку. Видите?
такой неспокойный, все время пытается выползти из этой сумки. Господи. Что за прыжки у тебя? Сиди. Ой, чувствую, полет веселый будет. Ребята, только дали такая ненормальная. Из самолета бежит моментально работать снова. Я хочу снять танцевальную программу. Остановились у Спартака. Я в крови. Спасала собаку, напали на нее. Такой, знаете, как он меня благодарил, ребята? Он так меня облизывал за то, что я ему помогла. Такая благодарность. Человек никогда не будет так благодарен, как это может сделать собака. Проявить вот эту вот нежность, заботу. Чайничек, чашечки, телевизор. Кроватка у нас. Самое, что ни на есть прекрасное, это вид. Соседям, кстати, можно через перегородочку перелезть. Посмотрите на этот вид. Канатная дорога работает, видите? Вот тут, вот прямо, где дерево. Там серные бани. Вот и шар поднялся. Добрый вечер. Малыш, иди сюда. Ну как вы тут без меня? Никак, нормально. Да, нормально? Поэтому ты все время мне кричал, едь домой? Конечно. Конечно. А что ты, газовый баллон, что ли? Которого выставили на улицу. В смысле? Ну, во всех мыслях. Дома нету, что ли? Ложись, отдыхай, ложись. Офигенно выглядит отсюда, да? Да, очень красиво. Наслаждаешься, сидишь. Всем доброе утро. Проснулась, с горем пополам. Куда побежал? Сейчас Олег проснется, и мы отправляемся в Батуми. Интересно, сколько километров за последние месяцы я накатала? По-моему, очень много. Сейчас бы с удовольствием в баню сходила бы, очистилась бы.
от дорожной пыли всей, чтобы сняли кожу хорошенько. Малыш, пойдем, пойдем, пойдем кофе попьем и в путь дорогу. 400 километров нужно проехать. А потом меня ждет веселое приключение — монтировать все, что наснимала. Мне интересно, почему он всегда свою поводу грызет? Тебе вкусно? Малыш. Ты готов еще 400 километров проехать? Жимать обратно. По-моему, не очень. А вот и Инга. Привет! Доброе утро. Давайте как будем дела? Пить кофе. Будем пить. Хорошо. Ираклик. Чем Соломон тевзи гиджами? Соломон из тевзи. Цитали. Цитали. Израильская. Да, да, да. Он да, да. Тевзи батуш, он да, да. Понял? А вот и Спартак. Доброе утро. О, я что, что-то помешал? Не сделал так? Кофе вас угощают, меня нет. Вот так вот, да? Угощаемся. Давай. Спасибо. За что спасибо? За вы все? Так спонтанно за... приезжаешь и уезжаешь. Ну, как обычно. Снег на голову. Ну, и у меня все так. Да. Один раз позвони и так приезжай. Постараюсь, она обязательно. Это тебе она звонит, а мне она не звонит. Вот а так вот. Знаешь, что я тебе передаю. А, да. Спасибо большое. Видимо, так, все. Вот с этим столкнулся.